Ahí se está, se. Yo ven. ¡Ey! ¡Ay, buzo! Но когда я слышу то, что говорят ребята из России, спортсмены,
すごく嬉しい。いや、皆さん、本当に私は本当に幸せです。20年前、30年前の武道をやった人間の心をみんな持ってる。 Такое впечатление, что у них у всех сейчас душа, как у нас, вот, как у меня, лиц 20-30 назад, вот то, что мы чувствовали, те, которые тогда вот были, что вы вот сейчас чувствуете так, как это чувствовали, а вот, ну, сенсей, не знаю, вагай, какие-то заняты, мои, не, Мне очень приятно, что вы все говорили, что я не один тут такой сильный, а что мы все вместе, мы все команда, мы все один кулак. Вот это, вот и то, что вы это говорите, мне это очень приятно слышать. То есть я у вас сегодня увидел настоящую вот, душу спортсмена, который занимается восточными спортами, то есть это не силу, а внутреннюю культуру. Мне хочется вам сказать спасибо. Именно он на протяжении 15 лет учил нас не только технике, но учил нас духу кудо. И мы очень благодарны ему за это. И всех предупреждаем, все великие стили разваливались изнутри. Так вот, когда вы будете смотреть на сенсея, всегда помните, что за его плечом стоит Россия. Масса!